Давай здесь закрывай. Кого? Блять, я понял. Иду, иду. Нахуй ты там, долбоёб. Не, я просмотрел двери, сколько дверей. Ой, ёбаный в рот! Справа. Справа. Пиздец. Ух, пизда, что то одного, 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 хорош. Ебанись. Я сдох. Нет. Я сдох. Пиздец, это узкая на 5 ренегатов. И нет ни одного, ни одного нахуй этого. Они пушат, пушат. Не, это пиздец. Ну это пиздец. Забились в угол, называется. А кто знал, что ренегаты? Никто. Блять, ули, ули. Не, все, пизда. Заливаю, заливаю. Без брони. Блять, добить, он убегает. Это блядский улик. Если они пока отошли, у вас есть время нас поднять. Поднимаю. Даю. Слепу, слепу. Дрон-бомбардир. Я упал. А это пиздец. А это дрон-бомбардир. Не, ну ренегатов 5 в такую успу, это очень жестко. А я говорил, пошли, блядь, туда, нахуй. А какая разница, там и там, она ну, они, там прямоугольная. Там четверо. Мы не знаем, вышло. С какой двери они выйдут. Мы ж никогда Макс, не знаем. Макс, они оттуда вчетвером вышли. У нас один вышел. Если бы мы там сидели, нас бы да? И четверо выебали бы. Блядь, ну, короче, да. Не было, как ты сказал, патронов, нахуй, и все. А нет. У меня только 500 в РПК. Нет, тут дело не в патронах. Патроны. Не-не, шокающих, огненных. Да. У меня пистолет был пустой, ничего не было. Они не выпадали последние сколько циклов, вообще да, нет. Да. Мы сейчас говорили про патроны, я думал. Ну, это жестко, конечно. Мы одного убили, да? Второго почти добили. Одного убили. Второго и тоже. Второго убили тоже? Да, я добил. Я был живой, пока, блядь, одного убили. А там еще трое, блядь, их же пять. Ну да, пять надо. Ну, и они жирные. Ебать, да. Они жирные. И еще, ну, там больше, знаешь, этих эффектов накидали нам в угол? Да, так там короче, убили, типа... Им повезло, во-первых, на локу, ну, не фартануло нам, вернее, и... На таланты у ренегатов тоже не фартануло. Бомбардир. Дрон-бомбардир это получается пиздец. Шары подрывные, блять. Улей, он кидает, все, мы сидим в этом углу, нас ебет бесконечно этот улей. Да. И типа все. Экзотический. Да, дали нам, получает предмет сломанные крылья. Этап, немезида. Короче, ящиков на самом. Ну это было весело. Ренегаты это на рандоме. Экзот контейнер откроем что-то. Мотор святого Эльма выпал. А я его могу передать? А что такое мотор святого Эльма? А я могу передать его, прикиньте, ребят. А что такое могу... мотор святого Эльма? Давай. Это возьмем. Лова красная. А, так она же там просто до сотого качается. Давай. А. Ну я скинул. Спасибо. Так. Денчик возьмем. Там теперь... надо ролить, ее надо ролить, слышь? Сделает гайд, да. Нахуй. Ее надо, короче, через верстак ролить урон под нацели вне укрытия, короче, надо ловить на ней. Там третья стата рандомно выпадает. Чего-то, ну, у кого там урон максимально базовый. Ну, понятно. Со снопы с какой-нибудь или еще с чего-нибудь. Хотя там стаки тоже хуй набьешь. Не, не вариант.